Саш, главный вопрос, который сейчас всех интересует, как ты это делаешь? Не знаю, я думаю, что за 3 года мучений, может быть, мне воздалось, спасибо Всевышнему Богу, вот поэтому сегодня вся команда молодцы, все бились, и я думаю, что лично для меня это матч всей моей жизни был, я не знаю, то, что творилось внутри после финального свистка, но это нечто вообще. Раздевалка тебя сейчас на руках не качали? Нет, там Самуэль Жиго зажигал. Я думаю, что видео появится в интернете. Ты рассказывал, что знал, куда будет бить Варди, он бил примерно так, как обычно. В данном случае тоже уже понимал, как действовать заранее? На самом деле сейчас я не знаю почему, но он поменял решение, вот, я не знаю, я хотел оставаться вообще по центру, потому что он чередал то в центр, то влево бил, ну, не знаю, вот сейчас можно смело сказать, что какое-то чутье сработало. Первое место в группе, это чудо или как это еще назвать? Это работа нашей тренерского штаба и всех игроков, всего персонала, я думаю, что наши болельщики это заслужили, и, конечно, мы сами этого долго ждали. Европа, о чем еще можно мечтать, когда ты играешь против таких команд, болельщики в Европе. То есть, конечно, это вообще топ. Момент с пенальти. Ты сразу понял, что там могут назначить? Что там случилось? Ну, мне вот Джика сказал, что 100% пенальти, и он сказал, что я возьму его. Не знаю, откуда он так был уверен. 1/8, с кем бы хотел встретиться теперь? Да без разницы, главное то, что чтобы мы были готовы к этому, и все. Ребята, Новая Зеландия с вами! Откуда угодно приеду за вами, просто сюда было легче всего приехать. Спасибо, обожаю. Победой! Мы здесь! Капитан, это похоже на сказку? Ну, если вы так считаете, то да. Твои эмоции после пенальти? Если честно, ну, не знаю, понятное дело, что сейчас можно говорить все, что угодно, но Селихов не даст соврать, я ему сказал, что он возьмет. Вот, поэтому понятное дело, что могло по-разному получиться, но спасибо огромное Селихову. За что это он был назначен? За фол нашего авантюриста Самуэля Жиго. Вот так я отвечу. Пусть посмотрит, пусть переведут ему. Зато в раздевалке он сейчас опять был заводилой. Ну, это было, да. Позже все посмотрят, насладятся этим моментом вместе с нами все. После первого матча в Москве с Легией, если бы тебе кто-то сказал, что все так закончится, что бы ты ответил? Можно сказать матом или как? Не, ну понятное дело, что мало кто, наверное, представлял, да, вот то, что мы в Лигу Европы групповой этап закончим на, точнее, ну, групповой этап, да, закончим на первом месте. Вот, понятное дело, что если бы мне кто-то сказал это до первой игры, не знаю, как я на это отреагировал бы, но понятное дело, что это наша работа. Мы все этого хотели, все об этом мечтали. И то, что это получилось, это, конечно же, огромное счастье для нас, для всех. И я думаю, что для наших всех фанатов, которые, вот если обратить внимание, до сих пор на стадионе, вот, болели сегодня, хоть их было намного меньше, чем ребята из Легии, но оттуда было не слабее слышно все. Вот эти эмоции после матча, с чем можно сравнить? Давно таких эмоций, если честно, не было. Вот. Надеюсь, что сегодняшний вечер будет продолжаться долго. Вот. И сегодня, наверное, мы позволим себе немножко отметить, так сказать, этот замечательный вечер. Но с завтрашнего дня уже будем готовиться непосредственно к заключительной игре, где тоже очень важно будет заработать 3 очка и уйти вот с этим именно вот настроением таким европейским, да, на долгую паузу, где мы, конечно же, подготовимся и продолжим исправлять ситуацию в сезоне. Зелимхан очень давно не забивал, как никогда вовремя, да, получилось прервать. Хан утром сказал: скушай кексик и забьешь сегодня гол. Он долго не хотел этого делать, но затем я продавил это, он съел.
шоколадный кексик и забил гол. После игры он подошел и сказал спасибо. Дамир, как и в матче с Ахматом, ваше присутствие принесло удачу Спартаку, уже становится хорошей традицией? Да, я рад, что приношу Спартаку удачу и победу. Когда были в мае, получается, Спартак попал в Лигу чемпионов благодаря этому матчу, была ничья. И Спартак со второго места вышел в Лигу чемпионов. Вот эта победа, она также помогла Спартаку выйти в дальнейший тур для борьбы за кубок Лиги Европы. Поэтому я очень рад, что мои нечастые, но тем не менее, полеты, перевозки Спартака как-то помогают этой команде держать победу и выступать хорошо. Ваши эмоции, когда Саша Селихов отразил пенальти? Ну, конечно, были непередаваемые ощущения, были очень рады, потому что победа Спартака уже висела на волоске, грубо говоря. И нам нужна была только победа, чтобы выйти с первого места. Поэтому Саша просто молодец, взял пенальти и сохранил нашу надежду на победу. Поэтому большое спасибо ему, большое спасибо всей команде, тренерам, всей команде. Ну и мы, болельщики, кричали изо всех сил, и нас было слышно.